Несколько часов назад Арсений Яценюк заявил, что Киев не будет покупать российский газ. По словам украинского премьера, в стране хватит накопленных запасов, чтобы нормально пережить этот отопительный сезон. Сейчас в хранилищах Украины около 13 миллиардов кубометров. Это больше, чем в прошлом году. Отказ от российского газа Яценюк объяснил непривлекательной ценой. 1 января они выставили счет ценой газа $212 за 1000 кубических метров. Мы не покупаем газ в России, потому что мы покупаем газ в Европейском Союзе дешевле, чем нам предложила Россия. Средняя стоимость приобретения газа в Европейском Союзе около $200 США. 1 января премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о размере пошлины на поставку газа Украине в первом квартале 2016 года. Предоставленная Москвой скидка составила почти 18 долларов за 1000 кубометров.